Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня мы с вами будем творить. Я хочу сделать две вещи своими руками. Одна из них — это будет небольшой элемент декора в ванную комнату. И вторая — это ключницы из обычной фоторамки. Если вам интересно такое видео, продолжайте смотреть. Для начала я вообще хочу показать, что у меня есть здесь на столе, что планирую использовать, и рассказать, какой результат хочу получить в итоге. В обоих вариантах за основу я буду брать обычную фоторамку. И вообще все эти предметы я покупала в наших местных немецких магазинчиках FixPrice и Teddy. Если вы уже не первый раз на моем канале, вы наверняка видели обзор покупок из этих магазинов и знаете, что они недорогие. За каждый предмет я отдала не больше 1-2 евро, что-то мне вообще обошлось несколько центов, а какие-то элементы были у меня просто дома в наличии. Первый вариант — это будет у меня ключница из обычной белой такой квадратной фоторамки. Она матовая, достаточно глубокая, и чтобы из фоторамки у нас получилась ключница, нам, естественно, нужны крючки, куда мы будем вешать ключи. Для этих целей я купила упаковку вот таких крючков, которые вкручиваются, и я планирую вкрутить в дно этой рамки. Она у меня будет висеть на боковой стене, рядом с входной дверью. Дальше нам нужно ее каким-то образом, конечно, задекорировать. Дома я нашла такую надпись, я не помню, после чего она у меня осталась. В общем, я хочу приклеить ее наверх, чтобы она как-то так выглядела. Для декора буду использовать бабочки. У меня есть разные цвета, здесь синие, белые, розовые в горошек. В общем, думаю, что тоже их как-то по бокам приклею. И еще у меня есть такая картинка, которая осталась от предыдущей фоторамки. Я ее не стала выкидывать, мне она понравилась, и не зря получается. Такая спокойная, винтажный стиль, неброская, не какая-то тематическая. В общем, я думаю, что я ее также приклею сюда, чтобы закрыть, кстати, вот эту дырку, которая у меня есть в самой рамке. Ну и, возможно, в дальнейшем еще в процессе что-то дополню. Второй вариант – это будет элемент декора. Элемент декора в ванную комнату – это поднос, на котором будет стоять баночка с ракушками и свечки. Для подноса я буду использовать также фоторамку. В этот раз я купила глянцевую, металлическую такую. Под стекло я планирую насыпать камушки, у меня тут есть небольшие такие золотистые, и, возможно, немножко песка. В банку для декора я насыплю песок и красиво уложу ракушки. Тут у меня всякие разные есть такие. Кстати, эту упаковку я тоже покупала в магазине FixPrice всего за 1 евро. И также поставлю на поднос вот эти две свечки. Свечки из магазина IKEA. Мы покупали упаковку, там, по-моему, штук 100 было. В общем, я хочу достать эти свечки из металлического ободка вот этого и обмотать их бечевкой. Такой будет, знаете, а-ля морской стиль. В общем, посмотрим, что у меня получится. Давайте приступать.